Недооцененная колонка Tribeat X-Sound Plus 2. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Алигит, и хорошего вам настроения. Друзья, новинка от Tribeat, так скажем, с усиленным аккумулятором, да еще и сбалансированным звуком, который позволяет слушать эту колонку 24 часа. Ну, так заявляет производитель, по факту около 19-20, что тоже очень немало. При том, что здесь два 5-ваттных динамика. Пылевлагозащищенность APX, можно попадать с этой колонкой под дождь, все дела. В общем, давайте самое важное, это послушаем, как она звучит. К сожалению, ни с какой техникой невозможно вам донести вот это звучание, потому что вы это все будете слушать через свои какие-то наушники, через свои динамики. Динамики смартфона, динамики какого-то, динамики ноутбука, компьютера и так далее. Это все будет абсолютно по-разному звучать. Здесь я постараюсь искренне передать свои вот эти первые особенные эмоции, вот то, как она звучит, и как-то вот это вот донести вам. Ну а сейчас откроем коробку, посмотрим вообще, как она поставляется. Такой вот привычный для Tribeat коробки поставляется. Нарисован сам продукт, какие-то основные фишки, характеристики. Вот так вот красивенько открывается. Кстати, отличный подарок себе, любимому, или своим родным и близким. Ну, из комплектующих, собственно, что тут еще нужно, кроме как шнура для зарядки с USB на Type-C. Ну и, конечно же, никому не нужная инструкция. Вот такая вот, друзья, вот красоточка. Видно два динамика, посередине пассивочка. Кстати, очень удобный форм-фактор. Прям вот как-то ее приятно держать в руках. И вот этот вот soft-touch, типа резина, пластик, сейчас не поймешь, что это именно, что это такое, но приятненько. Вот так вот спереди металлическая решетка, на ней с гордостью логотип Tribeat. Выше располагается кнопка включения с индикацией, с таким вот красивым звуком. Bluetooth с индикацией. Прибавить, убавить звук, перелистывание треков. Play-пауза, ответ на звонок. У колонки есть встроенный микрофон, можно использовать ее как громкую связь. AQ технология и спаривание колонок. То есть колонку можно спаривать с такими же колонками, как она. На тыльной стороне располагается еще один пассивный выход звука. Басы обещаются у этой колонки хорошие. И вот по толстой, еле-еле открыл герметичной крышкой, находится разъем Type-C для питания и разъем AUX для подключения колонки по проводу. Ну и снизу такие вот мягенькие прорезиненные ножки, которые хорошо сцепляются с поверхностью, ну и гасят какую-либо вибрацию. Легко и быстро обнаружил смартфоном. Что хорошо, сразу же в информации в смартфоне можно посмотреть, в каком кодеке она сейчас находится и уровень заряда аккумулятора в процентах. Что ж, ребятки, давайте послушаем, как она в целом работает. Еще только чуть-чуть, там, на пару секунд включал, просто проверить. Низкий мне прям нравится. О, я аж по руке стукнуло. О, вот это бас. Ребятки, в плане отображения частот, ну, на самом деле, даже не ожидал от такой малышки, такого чистого звука на, ну, средних и высоких, понятно. А то, что низкий будет выдавать, это прям приятно. Она прямо глубокими выдает такими. Абсолютно отсутствует какой-то даже намек на какое-либо дребезжание. То есть звук очень чистый. И, кстати, для такой малышки весьма громкий. То есть, ну, Tribeat не сильно известный бренд, ну, у нас во всяком случае. Однако использует очень качественные комплектующие, и звук из-за этого, ну, выдается очень интересный. Я рекомендую попробовать, и вы поймете, о чем я вам говорю. Это еще не вся громкость была, ребят. Ну, конечно, сейчас микрофон этот не справится. Ну, в плане включения вот это EQ, это умный звук, его рекомендую включить, потому что без него, после него точнее, звучит как будто моно. Ну, то есть я не говорю, что без него она моно, просто с ним звук действительно прям вот, он такой гуляющий. То есть я понимаю, что источник звука вот он здесь прямо вот сбоку как-то, да, но за счет отражения, за счет подачи импульсивной, да, какого-то там процессора, который все это просчитывает, есть ощущение, что вот где-то вот так вот все происходит. Это прям классно. Аж в груди немножко, да, да, да. Фу, как это вы, как это сейчас слушают, простите, но. В общем, друзья, в принципе, я приятно удивлен, скажу вам.
Ну, уже слушал колонки Трабит, и они тоже меня удивляли. Но вот это какое-то такое некое золотое, наверное, течение в плане отображения этой колонки цены и качества. Больше запас автономности, то есть ее можно взять с собой на несколько дней на природу. Да и звук очень громкий, очень умный, емкий, хватает всех частот. Скажу свое мнение точно, мне она понравилась. Так что если себе ищете вот новогодние праздники уже вот-вот, да, себе подарок, своим родным, близким, я думаю, прям классная штука. Ссылочку на нее оставлю в описании под этим видео, поэтому переходите, заказывайте, уверен, вам понравится. Ну а я поделился с вами опытом и надеюсь, это видео вам было полезно. Если так, то подписка на мой канал, палец вверх и приятные комментарии замотивируют меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяк, а мне вот сильно помогут. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Веш, пока!